алейкум. Вот в Манасе есть вот такой ряд, где продаются старинные вещи. Самовары, вот такие медные, бронзовые. Вот такие мечи, кинжалы, современные, старинные. Нарядные украшения. Лампа Аладдина. Вот такой большой ряд. Вот смотрите, какой хороший медный чан. Вот бронзовый. Эти самовары все медные. Медные. Вот такие лезвия кинжалов. Вот такие медные подносы. Вот такие глиняные кувшины, очень древние. Вот это целые, у этого ручки нету. Маленькие кривые. Такие медные. Для воды. Также есть вон еще один ряд, мы то еще не дошли. Вот такая колчуга, или как она, шлем боевой. Вот такой щит боевой. Вот такой щит. И вот еще один щит. И вот его шлем тоже. Вот такой щит. Вот такой шлем. Шлем стоит 40 тысяч. Представьте себе. Боевой бронзовый щит. Вот такие для пряжи старинные вот такие кувшины. Вон древняя обувь. Вот такие чаны медные. Вон большие, бронза. Это для шерсти обрабатывать. Вот такие ножницы старинные, ковры. Вот такие мелкие вещи, вот шкатулка старинная. Вот такая зажигалка. Именно на дело? Нож старинный. Он бронзовый. Вот такие бронзовые у нас лошадки с тележками. Вот бронзовая пушка. Медный чайник. Подсвечник. Вот такие самовары.
Вот такая рыцарская кольчуга-то современная. А вот щит. Вот такой шлем. Вот такой ремень. Сделан с монет. Это с чистого серебра. Вот такое количество старинных монет. Не садись еще.